Спасательное судно «Ocean Viking», принадлежащее неправительственным организациям, направляется в сицилийский порт Аугуста, получив разрешение итальянских властей. На его борту 422 мигранта, 8 из которых выявлен ковид. Эти люди были спасены у берегов Ливии. По словам координатора поисково-спасательных работ Луизы Альберы, инфицированные были изолированы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Но поскольку речь идет о судне длиной всего 69 метров, спасенные все равно находятся слишком близко друг к другу. После высадки в порту мигранты будут переведены на судно «Рапсодия» для карантина. Ранее вертолетом была эвакуирована на Мальту беременная женщина вместе со своим спутником. Среди оставшихся мигрантов 124 несовершеннолетних.